主办的2017 NSL 沃三项目的线上四强赛，就是线上的一个败者组的比赛，由 Moon 蓝影战 TH00 TS 上来看看出生点位，那右边蓝色的精灵是 Moon，左边红色人类是 TH00。 本次比赛用机呢是由 Elevore 的外星人全程赞助，主要用机是为全新的 Alora 26外星人水冷式台式机，主要用机是为 Elevore 的17游戏笔记本。大家可以扫描屏幕下方的二维码前往官网了解更多的电脑酷炫性能，现在购买的话呢还有免息分期和促销活动，最低每月只要100元就享受到 Elevore 给你带来的极致游戏体验。Так, стартанул второй матч. Это за Intel Core i7 处理器专业游戏战机。Спасибо, Геннадий, за поддержку. 这边我看到的是Moon造了长者祭坛。Так, рандомно карта Джаша с Муном выпала. ТС первая. Посмотрим, что тут Мун будет делать. Варден, ну Варден! Сейчас покажет, как надо Вардена обузить. Тебя же здесь стандарт с Архимагом. Играют они за право выход на инфи попасть и, соответственно, уже в топ-3 зайти. Проиграешь, соответственно, топ-4 займет всего лишь. <coughs> 好，那么这边。Я думаю, TH не будет прохладу такой делать, как инфи. Скорее всего, по стандарту пойдет крепиться. Хотя уже бегут менты какие-то. 人族也是要来搞事情的，因为你这个点不可能让你这么轻松点玩。哦，我们看到木这边是一趟五这个位置，哇，这个位置这个应该是一个完美勾啊，这个是一个完美勾。这算一趟六吗？对，一趟六了，这一趟六了都。Ой, здесь ЛС-то какой великолепный. Вот это ЛС получше зашел, но эту арчу практически зафокусил Фудмен с ментом. Сейчас, наверное, веер будет, да, веер. Соби маска. Нет, смотрите, Тяж точно так же играет, как инфи. Также прибежал. Но пока что здесь, во-первых, и девайс лучше. И Варден еще не второго. Ой, сейчас Архимаг должен... И Книгопот! Но Книгопота стырил Тиаш! Блин, ну если бы Мун стырил Книгопот, это было бы 2,5 Варденка. Но мне кажется, Тиаш здесь хочет экспанд поставить. И Лема задиспелил. Но это провал. И Тиаш, кстати, за счет того, что Книгу стырил, получил сейчас второй уровень. Не, он просто сваливает отсюда. Вообще, я так пытался экспанд ставить, было иногда неплохо. Но он, кажется, отойдет и поставит экспанд слева. <coughs> 这两位选手之间的败者不会告别 NSL， 但是他会结束他的线上征程啊，因为他可以确定是线上的第四名，所以的话就大家不用担心在线上见不到其中两个人当中任何一个、啊、对，但是我们之前也提到过的是这个线上的排位赛会直接影响到你线下的一个да, да, Cripple здесь. 对，往上面的人的话будет стоять экспанд стандартный, правда леса не хватает из-за того, что он сразу там рабов срывал. Варден пытается до третьего докачаться. ТП продает и покупает сапог. Вообще, фулл мана в Варденке под Соби маску можно было затыкать Архимага. Он персоналку купил, но все равно. А, там же веер, но возможно он просто не качает блинка и нож. Он, может он ждет варианта, если его окружат, то он блинк прокачает. Поэтому, скорее всего, у Муна просто сейчас один поинт не потрачен в скилл-поинтах.就刚才英菲头有点铁，就是因为他选择让对方疯狂练不完之后呢，他觉得哎这么大他都练不完了，我干嘛不踢一下，结果出了点事，俗称的翻车。那这边的话呢，тут троллей перекупил, 一个绿皮和一个黄皮啊。стандартная тема, на этой карте нет, все-таки нож взял. Архимага неплохо так продамажил. Варденка уже близка к третьим, второй барак ставит. А зачем? А, у него Т1, но второй барак очень поздно для Хантрес. Я говорю, что эти двое
这难道不练吗？是吧？就偷偷练这个战术是吗？是呀。哇，这么直白。所以现在的话，这个还是过来消耗一下啊，先不是大法师消耗一下你的血量。 Так, тут неплохо. Менты с футменами забежали. Варден еще не третий. Экспант уже готов, только Вархимага тут. По-прежнему фокус идет. Там есть телепорт еще? Да, есть. Пытается отзонивать Варден, чтобы она нож не кинул, но все-таки достает. Ну, наверное, вариант сейчас идеальный. Это Архимага заденает своего футменами. Архимаг все еще живет. Ну, сейчас... Хантресса просто один удар сделала. Эй, а че Ханту-то не поджал? Блин, мне кажется, надо было денаить своего Архимага, чтобы Варден третий уровень не получил. Это было бы идеально. А что, толку уже не было особо. BP来了，这么直白。嗯。好，那这下时间，BP是60秒，大法师复活是70秒。大法师复活到一半，那么现在还剩下35秒钟时。对，但大法师走过来的时候，是的，BP应该就已经要好了。对，你走到这个 BP 面前 ，BP 就好了。对。啊，刚才那个女猎手真的漂亮，看一下。 好，那么这里的话是敏叔，三级半。双方都是追求一个极限，其实零零也是在追求一个极限的伤害。这就是完，没想到啊，他毒和那个月刃的时间是同时到的。对。这月刃弹上去正好毒跳了，那你怎么想得到呢？刚才正好是11血啊。那么现在的话，现在分控只有一个圣塔。那我们 все происходит, Архимага. Где-то там пытается. Наверное, сейчас на Blizzard нужно переучиваться. Да, тут катапульты пошли. Что-то сегодня прямо часа стали играть. Ой, зачем ты разбудил крипов-то? Надо еще свиток купи. Свиток купи! Отлично, отлично свиток купил. На Blizzard переучился. Правда, Blizzard всего лишь первого уровня, но в любом случае это лучше, чем элементаль первого. Тут уже много вышек, но на самом деле ситуация практически как инфи против ремайнда. Только Архимаг не третьего. Ну и Архимаг с Близзардом здесь. Ну и правильно сделал то, что свиток купил. Так, футмены пошли, Близзард пошел. Здесь менты крипят сейчас. Архимаг до третьего докачается. Еще и можно будет купить Шреддера, чтобы не было проблем с лесом. Хотел тебя спросить, как тебе стримерша Олеся? Никак. Посмотрел первые пару стримов и все. Так, футмены с дефенсом. Ну что, тут должен, конечно, Тиаш отбиваться. Самое главное, максимально сейвить Архимага, чтобы вот кинжалы в него не кидали. А все-таки кинжал кинули. 这种问题我们可以说是看得比较明显，但是这个时候的，他用头刃车去打这个 BP 边上的footman啊，这个 footman 其实会带到这个 BP 啊。我工程武器的话，在这个范围落地的时候是一个不分敌我的，很容易砸到自己人。那现在零零这边的分控还是保持着4个农民在修。大法师已经把漫步买完了。Himako очень битый, реген покупает. Да, тут проблема то, что постоянно кинжал закидывается в Архимага. Очень тяжело. Надо дирижабль купить. А, кстати, да, я что-то только сейчас подумал, а почему дирижабль не купил? Тиаш, ой, нифига себе, там демеджи влетает, сейчас будет минус экспанд. Блин, дирижабль нужно было брать для Архимага, чтобы сейвить его от кинжала. Почему-то Тиаш не сделал этого, хотя на обсерваторию он закрепил. Минус экс. Не, смотрите, спасся экспант на соплях. Нет, нет, все. Там Варденко в инвизи бегает. И дирижабль купил Мун. Ну, Мун, блин, здесь, конечно, если даже сравнить это как ремайн пушил, Мун здесь, конечно, очень все круто делает. Опять же, чего стоит только одно отзонивание Архимага, чтобы он не Близзардом не фигал.
Ну, опять же, Тяшу нужно было тоже дирижабль брать. И Мун уже ставит свой экспанд. Да, это походил 1-0 за Муном. Вряд ли что-то здесь сделает Тяш. Тем более, ставится экспанд. Вот! Инвиз, конечно, круто зашел. Т2 пытался выйти Тяш. Ну да, на мейне нету тауров, можно ливать, в принципе. Здесь просто сейчас Варден до 5-го прокачается. Ну, наверное, главная ошибка у тебя, что дирижабль не взял. Ну и опять же, вот тот момент, когда Варден третий уровень получил на Архимаге, это был один из главных моментов. То есть он должен был Архимага сам заденайть, потому что Архимаг был второго уровня, и видно было, что Хантресса сейчас пробежит и даст этот последний удар. Нужно было просто убить Архимага, и все. И нормально. То есть Варден не получил экспу, ты также воскрешаешь в таверне Архимага. Но самое главное, что Варден не третьего. Ну, Тяж до конца типа играет, но мы-то видим, что у Муна экспанд строится. Да и вышек на мейне нет, сейчас просто тут залет. Ну, рабов до хренища. Ну, это, знаете, это все экспа для Варден. Да, тут сейчас Варден... Смотрите, кстати... А, нет, мне показалось, что он не хочет делать веер, пока пятый уровень не получится. Ну, пытается тебя аж мартирницу добавить. Всякого, короче. Ну, просто такая... Такая халява, куча рабов подыхает. Нет, тут еще катапульты приехали. Ну, Мун уже экспанд готов. Тут Шреддером закрепил точку. В общем, никаких шансов здесь у Тяши нету. Непонятно, зачем он доигрывает эту игру. Возможно, если бы он просветил и увидел, что там есть экспанд, он бы уже ливнул. Вообще, Мун мог еще экспанд поставить прямо там, где Хуман ставил экспанд. Ну, потому что ему уже ничего не мешает. У него тут куча всего. Вот сейчас вертолетик увидит экспанд, я думаю, на этом моменте он должен выйти из игры. Ну, а как он собрался выигрывать пятую Варден, когда у него нету преимущества по голде? Вертолетик пытался на пофиг убить. Вертолеты страдают просто. Вертолеты просто страдают.我们看到了，就怎么说呢？目前汲取了之前比武当中的一个经验教训，就我也打后期不存在，是吧？中了BP，发家致富靠BP。是的，真的是很久，就是很少在NSL比赛里面看到精灵去rush另外一个种族了。所以今天的话，我们可以看到，这是已经第三把精灵去rush人类，而且是已经成功的rush掉了人类。可以说是把把成，对吧？胜率是100%。哎，这么说这上面是不是有点无敌呢？ 不知道，我们看到第二张地图是LR，之前LR上面的话也是中了BP的道，那么这个图的话，不知道会不会用啊？因为之前1:0，现在1:0的领先，对于Moon在心理上面是有非常巨大的优势。是的，而且剩下的图至少第三张图是有一张他可能势在必得的 AI。嗯，就是不，你不подробнее можно？Нет。 Рифлапуш против Варденки норм заходит или все дело, какой левел Варден будет? Все дело в мыслях твоих. Если мысли твои чисты, то любой стратегии ты обыграешь оппонента. Но если твой разум не совсем чист, в нем есть сомнения, то нехуй делать в Варкрафте. Но
他们上别人还是不卡的。对，然后其实韩国应该有四个选手，他们是住在一起的，然后有一个基地，然后他们是追梦四人组嘛，梦想四人组，对对对，然后一起去练习，所以这也是可能他们的一些小优势嘛。对的，怎么说呢？就是说，也不能说他们赛前战术太透明。我觉得最近一段时间英匪的风头还是比较，就是说风头正劲吧，拿下了很多的这个比赛，然后打的其实都算是非Чел常на好，кишки而похож且на呢Рича. 状态我觉得都是不错。Рич уже然后давно не这с Хайером 赛事таким. 你可以看他至少都能杀进去。Так что, 确实是путаешь 这样的，ты. 也是很多人都对英菲做了一个非常大的一个期望，包括和零零一样这两个选手，只要是有他们的参加比赛，就感觉你一定要进前三。就如果你不拿一个名次的话，感觉还对不起自己的这样一个名号。确实，他们已经是站在非常顶端的选手了。同样的话，Moon也是这个样子。作为一个今年的一个大旗啊，而且复出之后的话，一路走过非常多的一些比赛。到现在，其实木非常渴望自己的一个冠军。对，那么这个 LR 这个图确实不好打，但是之前 Remind 的也拿下了，是吧？就靠着一手重 BP，前期大裂重 BP，应该说上来莫 送 TP 重 BP，送 TP 重 BP，是吧？还挺顺口，对吧？对，这一下是先服个软，然后再给你玩这一手。是，我觉得其实 Moon 的战术准备应该说是非常非常多的。Надо, ну, короче, у этих китайских комментаторов спросить, о чем они разговаривают между каток. Что конкретно обсуждают? Неинтересно стало. 很多很多暗影精灵的这种战术上的才华就非常多，喜欢用精灵的人好像特别都有创意，因为精灵这个种族可能就比较飘逸啊，然后比较有创意，所以他们都比较喜欢用精灵这样的种族。对，因为魔兽的话四个种族都有不同的特点，而且我觉得它特点方面还较星际方面更出众一些。那你说一下什么特点？就不是每个种族，就比方说前期兽族，比方说每个兵都很肉，是吧？但是它的兵都很贵，是吧？他兵一旦死起来，那你可能劣势就非常大。但是在操作好的人的面前，他可以绝对利用好他这一点。我还以为你要把四个族都就是说到人，我们这一个个性啊，比如说人用人族的人比较怎么样，比较老实。那不是，用精灵人比较飘逸。我觉得这种有性格不一定能够决定你的这个说绝对战术，可能就是说性格决定你在选择面前的抉择点。就是可攻可守，如果你求稳，你选择守。如果你比较激进，你选择去攻。对，因为本身就是不停的在做选择题嘛。那么你在你的性格决定了你会选择激进，还是选择就是说求稳。是，这个确实在不同的选手当中，我们可以看到这一点。就比方说，就像 Remind 和 Moon 刚才那把，其实做出了一个非常明显的一个点，就是说 Moon 会在那种情况下会放个基地，是他一定会放这个基地。好 ，Remind 就一定不会放这个基地。好，让我们来看双方第二局的比赛，用零零来迎战 Moon。У меня микрофон, что ли, был вырублен? Так о чем это? Потому что Хуман не может выиграть другую расу без экспанда. NSL World 3项目的线上四强赛由 Moon 来迎战 TH00， 那目前比分是 Moon 1-0领先。好，来看一下出生点位，左下方的蓝色精灵来自韩国的选手 Moon， 右上方的红色人族来自中国的选手 TH00。是中立吗？是。中立是。那么这个中立呢，应该说这个位置游侠的可能性较大。上一把你也这么说。因为我觉得熊猫这个图不是很好用，要么是兽王和游侠，这两个英雄都是比较理想的一个英雄。是的，因为我觉得前期打人族各种抗压的情况下，还是需要召唤型英雄来提升自己团队的一个就是说厚度。其实首发英雄的方面也是可以取决于自己的一个后期的一些战术啊。之前那场比赛我还非常记忆犹新的，Moon首发了一个火魔，就是现在这个英雄，感觉不如以前了啊。但是他可以首发，然后作为比赛里面，我觉得真的是非常的亮眼。这个作为一级召唤物来说，你在中立当中火魔的这个小火人是非常强力的。对，而且理论上限是极高。火魔的小火人的理论上限是极高，如果他可以站着输出的话，对，那站桩打木桩这个理论效率是极高的。好，这边的话也是放下了自己的祭坛，那么精灵的话是慢慢的往地图的右上方走去。因为是木的话，我们也不能够100%说他就是发手，那就是发手。LR， 他说不定又是 Infinite LR проиграл。
Посмотрим, как Мун с Тяшем сыграют. Ну, Тяш будет точно так же играть. Вот насчет Муна я не уверен, потому что у него, во-первых, барак ставится сразу. Погодите, погодите. Он с Варден будет играть, что ли? Рача с одного выстрела не может овцу убить. 其实现在很多时候选手练级，尤其是选手有直播之后啊，很多练级的话也是，需要自己斟酌一下。因为如果你的对手看你直播的话，可能也会猜一下你的思路啊。这边先看一下首发英雄。啊，там, блин, я что-то не увидел. Там из алтаря Пандарен вышел. Интересно. Мы же сегодня видели, как Ремайн через панду играл, но там было очень плохое начало. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Но на этой карте панду до третьего не так сложно прокачать. Учитывая, что он сразу с лагеря начинает, сразу второй уровень будет. Возможно, хорошие девайсы, тролли будут куплены. Если какая-нибудь Соби маска выпадет, наверное, будет лучшим девайсом. Так, выпадает мантия плюс 6. Ну тоже хороший девайс, 150 маны. Ой, хотя нет, ошибаюсь, там не 150 ман, там 90. Извиняюсь, это пояс сил дает 150 хп, а интеллект по 15 добавляет. То есть 90 маны добавляет и дополнительный реген, ну и урон интеллектом. Так, Архимаг здесь хочет тролля перекупить. Кстати, у него ровно 27 лимита. И на тролля, да, перекупать тролля. А что это Мун не захотел тролля перекупать? Минус висп еще, что-то Мун не доконтроливает. Бараком здесь по щам получил. Тролль получил. А, Мун идет просто с панды на экспанд харасить. Но тут вышка. А, вышки-то еще нету. Надо дышать. Дышит почти на всех рабов. Еще арчи подходит. Ну, здесь Хантер Холл ставит. Блин, опять какой-то масс от Муна. Опять масс Хантресса, только уже с пандой. Вышку все-таки минуснули здесь. Панда, кстати, сейчас могут зажать. Панду нужно слева под мой. Ну, ёпта, ну Архимага поставь проход, да господи. Панда, панду мог на ТП развести. Ну, бас, блин. Вот, ну, бас. Не, ну реально там панду можно было это развести на телепорт. Панда уже третья, потому что там с бараком арчи закрепились. Короче, это 2-0, я так думаю, потому что настолько дикий харас, столько рабов сдохло. Архимаг там все бегает, пытается экспант найти. Хотя, Мун просто идет в Масс Хантресс с двумя бараками. Ну, если бы в тот момент Тяж зажал панду, был бы минус ТП, было бы все получше, потому что он, во-первых, и вышку мог бы успеть доделать. Но сейчас я непонятно, как отбиваться против третьей панды в такой ситуации. Просто тут куча хантресс сейчас будет. Ну и самое главное то, что в отличие от Вардена и Демон Хантера, панда наносит просто кучу АОЕ дэмэджа. То есть Варден, да, она по 6 юнитам нормально так веер кидает, но панда, у нее нет ограничения по целям, то есть все, что в конус попало, все задамажится. Воздух, земля, вода, ёптовая имба. Вот. Поэтому предела в этом уравнении нету.
就是说лол на 15 секунд, ну да, тут непонятно, как отбиваться. Ай, Тин Ян Су! Книгу опыта еще. Уже 37 лимита. Просто вот эти футмены, они все сгорят. Они сгорят. Пошел на лом. Футменов много. Минус все, минус, просто все сгорело. Еще в отличие от Вардена и Демон Хантера, Панди пофиг на количество тауров. То есть даже если бы тут 10 тауров стояло, они бы также сгорели бы. Потому что чинить таура не получится, потому что панда все сожжет. Самый классный герой, которого добавили в Варкрафте. Совершенно дисбалансный в плане скиллов его. Блин, опять такое ощущение, что Варкрафт лагает у них. Но видите, он не плавно идет, а как-то такими рывками. Я не могу на это смотреть. Очень все жестко. Там на экспанде в канале происходит, на мейне тоже просто жара какая-то. Панда ограничение на 8 целей. Нету там ограничения. Ты можешь проверить, поставить 8 тауров рядом, и рабы будут чинить эти тауры, и панда задышит и тауры, и рабов, и еще вертолеты, которые вверху будут. Что-то две игры без шансов на самом деле. Ну, не то, что без шансов, просто они такие. Видно, что под диктовку Мону идут. Хотя на ТС вроде что-то там неплохо было, но все равно. Все равно не то. Дай богу, под землей. Блин, народ, ну не пишите фигню про ограничения. 不太可能，但是魔兽比赛一些也有可能，而且我们知道任何一个选手，任何一个四强的选手，他们不管在什么样的席位，都是有实力可以冲击冠军的。嗯，但是如果说今天木战胜这个 Панду любая раса может купить одинак, так что им бы тут нет. Да, только только ты не шаришь в том плане, что если ты против эльфа купишь панду, то она будет бесполезна, потому что дрядки не восприимчивы к магии. 感觉又换了一个种族一样，对，又换了一个种族，就是之前人脉的。И там есть такой герой, который делает моноберн. Он очень классный, мне говорили. Делает моноберн, и у твоей панды ноль маны. 我觉得就是说现在 AI 是可以牵涉到 BP rush 或者说 rub rush 都随便你的一张地图。
然后其实战术又进行了新的，если бы не было ограничений, то 3-4 пачки вертолета. Так, всем по плазме, у вертолета 200 хп, третий уровень дыхания наносит 170 урона. Когда вертолеты дыхания проходят, то у них остается 30 хп у всех. Чувак, я против масс пидорских дестройеров играю уже, блин, 10 лет. Я прекрасно знаю, как панда дышит в них. 在大法师打不开局面的情况下，尝试一下 MK 是不是能够抓到对方的窝呢？但是现在暗影精灵上级，当然这局你要怎么说呢？这个四加六经验值什么的，你也不好赌。Так, я, кстати, не посмотрел, какая карта будет сейчас. Сейчас он покажет. MK 的时候，那我升本了，是吧？我就不推了。 我就不跟你搞这些了，然后我计划转折了什么？人族怎么办呢？我 MK 开矿，大法师开矿，永远是开矿。是的。或者你看 MK 开矿了，我也开矿，因为你 MK 开矿的限制能力没有大法师有水人那么强势。你一个人靠你这个小榔头，你还是敲不下来的。而且其实前期的话 ，MK 蓝一旦消耗光了之后，这个榔头其实并不是特别的给力啊。所以说的话，这个都是一个博弈战。那么其实魔兽整个战术是一直在变的，其实我们也非常开心。就整个 NSL 到现在为止，因为已经好几个月的时间了嘛，也是有看到不同的战术一直在改变。所以我觉得真的比赛非常的好看。如果你有一段时间没有关注魔兽的话，其实现在可能对这个战术还有点吃不透摸不着头脑啊。好，这边的话准备就绪，让我们看双方第三局的比赛。 Тут еще и карта третья пососная. Ну если... Ой, там бегут три рабочих! Все, у тебя же бомбануло. Походу делал 3-0. Хотя барак не на базе! Барак не на базе! Барак-то не на базе. Знаменитая застройка таурами. О чем так близко тауры к экспанду, к мейну делает? А, тут еще и герой из таверны! Или погодите, он... Да, он изначально герой из таверны делал. Слушайте, а герой из таверны чуть дольше выходит, учитывая, что алтарь у него позднее будет, да? То есть, не факт, что он успеет. Это 其实中立并不是很好防这一波，因为他可以再敲一波民兵过来。对，是这个样子。那么三农民 T 2是一个非常复古的战术，但是在这局里面，我觉得相当的好用。不，这局最大的关键是什么？他农民一路中间小精灵敲过来，看在眼里，没有任何想法。Мы сейчас посмотрим, как будет отбиваться Мун от этой темы. А кто там инфи против Фоги так играл 3 раза подряд, да, на финале Hell's Cup? Я просто игры не видел. На какую, какого героя? Питлорда, наверное, в идеале? Либо... Не, Дарко это не нафигачит скелетов. Хотя там 3 арчи же будет. Ну, наверное, Питлорд может. Нет? Фиг я знаю. Я этой страты не играю. А, Фаерлорда взял. Ну, Фаерлорд, по-моему... Он сейчас на мейн просто с Фаерлордом может прийти, учитывая, что здесь еще рабов начал дамажить. Сейчас будет размен мейнами. 还是你输呀。好，那么这波其实玲玲也没辙，他这张图不想打后期。Вышку он уже, кстати, на мейне заказал, но нет, здесь на ТП. О!
Что-то Мун, по-моему, крабит, ему сейчас просто мейн снесут. А надо чинить мейн, иначе не успеет. Хотя тут три арчи. Нет, там куча виспов. Что-то. Блин, а чё по арче стреляет? Надо виспов, наверное. А, блин, он рабов увел. Не, это прохлады. Он зачем-то рабов отсюда увел, Тиаш и третью вышку не заказал. Он подумал, что Мун пойдет в размен. Да, тут отбивается Мун. Он чуть-чуть не добил мейн и по арчам стреляет. Надо было виспов убивать. Чтобы... Да, тут ГГ. Он почему-то четвертую вышку не заказал, потому что побоялся, что Мун к нему на базу пойдет, а Мун решил Таура отбивать в итоге. И здесь тяж-то рабов увел. Прохлада. Перехитрил своего оппонента. Я觉得这是经验的问题，很多选手不知道有这样的一个战术啊。现在这边抢球，抢下一个祭坛，出一个英雄。这个打法是啊，就很多人是不知道有这么一个战术啊。嗯，好，买了个 TK Tinker 来多线骚扰。但是其实现在这一波的话，最大的问题已经是3-0。Блин, тут Игорь Тинкера взял. Игорь, короче, на сколько? Минут 30, наверное, идут игры. Тиаша с Муном. Инфи-то играли больше часа с ремайном. Ну тут уже прохлада пошла такая относительная. Менты прибежали. Не, я видел, как такие игры вытаскивали, но экономику Тяж не убил. То есть, если бы он убил много виспов там, то был бы вариант как-то вытащить, а так я что-то сильно сомневаюсь. 火魔一直是在家里面疯狂的输出，所以这个塔是不可能造起来的。好，至少缓过来了。嗯。这三农民TR我见过零零有一次TR失败还打赢了，所以呢，大家也不要对于三弹有就是说非常大的这个绝望的心态。我觉得现在这个时候零零还 凭借他的这个逆境的功底啊，我至少给他一点希望在这边。嗯。因为如果他完全没得打，他自己会跑的。Ну что тут уже expand? Наверное, Мун будет ставить на пофиг. 而且毕竟现在 Блин, как же Тяж перемудрил. Не заказал четвертую вышку на базе у Муна, отвел рабов. Так бы мог реально пробрить ему мейн. Здесь Т2 вообще пошел. Тяж, понятное дело, будет здесь до конца играть. 就前两盘输了之后呢，第三把赛点是打这种图，那就很难受了。是的，这边的话，牧师想放自己的风控，那么零零的话，这个 Tinker 还是在近期所有做一个骚扰。对。好，那么剩下的，哇，这个基地起来就已经很难了。但是现在零零这边没有任何可以对这个基地造成威胁的东西。现在的问题，короче, до 6-го Firelord раскачает и придет вулканом сбривать. Тинкер 都打不过他. Тинкер 现在最大的问题就是他本身战斗力不强，这样拖后期的话只能通过不停的跑家来打。那么不停的跑家呢，人族只能说是在 TM 上面呢可以上岛来跑家，如果是在 AI 这个图没有岛给你上啊。嗯。好，这波小火人他可能要进攻主矿去了。 因为前期人族一个三农民的话，人族经济也是非常的崩塌的，所以这段时间这些小火人根本人族也扛不住，这边抢修一个商店啊，吃一个进化。好，魔人这边还继续练级，真的是求稳。死亡笔记，哇，这个就是野怪说了，给你这个东西，你需要他命吧。这个时候，这个时间点，这个状态，给了一本死亡笔记。 啊，这把这个BO5 可以说 Moon 的
вторым героем. Ой, смотрите тут сколько тварей. Еще и менты куда-то прибежали. Сейчас просто ментов перещелкают. Что творит? Что творит? TK 能走吗 ？TK 没多少血了，血瓶顶一下。是的。哇，这边小火人，小火人有点惨，这一波死亡笔记真的是要命了。看一下往前冲，往前冲，这波不能停下来。拆拆商店也好的。哦，他想缓一缓。哼，我问这个节奏啊，你看他一直是这个进攻停一下，进攻停一下。 然后呢，他让自己的英雄能够多回一点蓝。是，这边的话也是非常注意，看对面贴了个漫步，也是挨个的把每个兵都点一下，不让你再回复了。把漫步点掉。是的。这个，他地精小人永远只能出一个。家里面在强扛啊。对，小火人又分裂了在后面。这一波听了感觉有点扛不住了，血瓶再吃掉。但是娜迦血量又见红了。娜迦小心了，灵魂燃烧，要你死了，这个要烫死了 ，DOTA 直接烫死，GG。GG。 ну чё-то как-то вообще。这个比5-0 тяжа，я бы сказал。3-0的获胜，嗯，而且我觉得最后的话应该也是在自己的思路上，嗯，就是说决定三农民搏一下。这个思路就怎么样呢？就是说我如果 AI 都打不过我，剩下两张地图我就没有任何打的必要。如果 AI 拼不下来的话，是吧？所以他选择三农民拼一枪，但是哪知道就是 Moon 这个年代的选手。 就当时三农民应该说是在某些图上还比NBS 上横行霸道的时候，是的，是吧？那么这个图，其实精灵，说实话防三农民真不难啊，因为点距属于是比较远的。我们假设一下，如果当时第二次那个民兵敲过去把那个精灵点掉的话，对 ，Я вот как раз рассчитывал, что матч у них будет интересный. 有点机会的。那稍微愣了一下，我不知道。Вообще как-то тяжело, ну, безобразно, безобразно сыграл. 至少待了三秒钟。对。三秒钟够他敲两。Так получается, они финал когда будут играть? Не сегодня, это понятно. 两个区别。那民兵状态如果敲两下的话。Может завтра или на следующей неделе? Где бы инфу найти? Сейчас я инфу поищу. 是。Когда они должны финал будут играть?因为你如果多设基地几秒钟什么的也可以。那么刚才还有一种情况就是 Moon 觉得。 这个林林觉得机会可能比较大，因为箭塔都变好了。嗯，我们知道一开始设山洞民的话呢，很多人族求稳是设盖子的，因为盖子只有800血，很好设爆。在这种情况下，嗯，они завтра должны финал играть. 比对方小精灵出来修，然后点精灵这样的一个策略。啊，нет, 18 октября. На следующей неделе. Да, на следующей неделе финал будет. Ну, точнее, матч за выход, финал и сам финал. Получается, Тяж третье место занимает. А дальше будет Мун с Инфи. И в финале ремайн ждет. Ну, вполне возможно, что будет корейский финал, эльфийский. Потому что что-то прям по играм видно было, что Мун разрывает пуканы. ，是的，那么英菲和Moon的这个败者就会在线上排名的是第三名。嗯，第三名的话，就是其实第三名和第四名最大的区别就是1-0，是吧？就是1-0，第四名。但是这场的话，我觉得就是个生死战了，因为要面对的是这个0-0。嗯，好的，我们看到这是下一个比赛日，是在10月18日。 是的，那这边的话，第一场比赛的话是一个生死战，是由英菲来迎战木的。那么英菲和木的一个败者是要去打0-0，那么他们的一个胜者是可以来挑战一下Remind，拿到一个线上赛的一个第一的一个席位。对，所以的话，我们是先打了一个问号啊。如果是木获胜，那就是木打Remind；如果英菲获胜，就是英菲打Remind。反正Remind的反正是稳坐钓鱼台，看好你们两个人在下面是生死斗。 Да, вот показывает нам расписание. Блин, я не успел увидеть, ну понятно.